Уиу, уиу. Ой, нет, мне не надо так говорить. Здесь есть специальная кнопка. Нажимаем. Вот это да! Спешит пожарный на своей пожарной машине. Где-то случился пожар. Надо его тушить. Пожарные, приготовьтесь. Крутим, работает мелкая моторика. Поднимаем высоко, высоко. Ого, кручу. А теперь давайте достанем, что нужно пожарному. Кран есть. Шланг есть. Огнетушитель есть. Дорожный конус есть. А еще мы крутим вправо, влево, вокруг, чтобы все-все потушить. Пш-ш-ш-ш. А когда вернуть надо обратно, мы вставляем. Но посмотрите, у огнетушителя круг. Кружок, мы вставляем кружок. Квадрат, вставляем квадрат. Прямоугольник, вставляем. Пятиугольник, вставляем. Туши, туши. Звуки разные, которые ребенок будет использовать. Сначала вызываем пожарную машину, нажимай на трубку. Теперь мчит пожарная машина. Нажимай на звонок. А теперь мы тушим водой. Пш-ш. Ого, отлично. Потушили, работа выполнена. Спускается наш пожарный, садится и едет на пожарную станцию. Отличная игрушка, в которой профессия. Все, что нужно для этой профессии. Геометрические фигуры, работа пальчиков мелкой моторики. Крути, поворачивай, туши, сажай, нажимай. Это супер игра для вашего малыша.